Вопрос о ремонте дороги на улице Некрасова стоял очень остро много лет. Ямы, лужи и ухабы не позволяли водителям полноценно использовать это направление. В феврале 2018 года реконструкция территории все-таки началась, но рабочую ждал неприятный сюрприз. Дорожные работы на улице Некрасова идут полным ходом. Однако все усложняется тем, что при раскопках нашли коммуникационные сети. Их не учитывали на строительной карте во время проектирования работ. Эти проблемы вполне разрешимы, уверяют специалисты. По их словам, старые сети можно привести в порядок, а в будущем использовать по прямому назначению. В любом случае, по теплосети было принято решение, соответственно, значит, участок переложить. Встречались с представителями теплосети, также усиление сделать. То же самое и по водопроводу. Принимаем решение и по ливневой канализации в том числе. Во вторник, 17 сентября, в районе проведения работ отключат воду. В течение дня специалисты должны подключить новые тепловые сети. К вечеру водоснабжение восстановят. На этом работы на Некрасова не заканчиваются. В планах обновить ливневую канализацию, уложить новый асфальт, установить светофоры и дорожные знаки. Дорога расширяется здесь. Светофор устанавливается для удобства, скажем, работников Сверхстали в двух местах. Вот. Жилых домов много, поэтому для жильцов тоже будет удобно очень дорогу переходить. И 4 полосы здесь предусмотрено. И автобусная остановка предусмотрена. Напомним, работы на объекте начались еще в феврале. Они проводятся в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». К асфальтированию планируют приступить уже на следующей неделе. Протяженность участка составит 780 метров. Стоимость проекта – 132 миллиона рублей. 80% работ уже выполнено. Если погода позволит, то подрядчик обещает завершить всю реконструкцию до 1 октября. Кирилл Смирнов, Александр Беспалов. Новости.